Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам растюшечку, которую мы совсем недавно заказывали у Швертера. Они все к нам пришли с цветоносиками. И хочу показать вам, что происходит с моим цветоносом. Я поставила растюшечку под лампу, взяла кашпо, перевернула его вверх ногами и поставила горшочек вот так вот, ну как бы сверху, повыше к лампе. Ребят, происходят чудеса. Вот чем растение выше к лампе, то есть чем расстояние лампы ниже, меньше между растением и лампой, тем все больше и больше и быстрее начинают расти растюшечки. Я даже ставлю на стол, и вы видите, как цветонос касается. То есть в любом случае лучше это растение ставить на что-то, потому как цветоносик у нас такой вниз пошел, замечательный. Я уже очень-очень жду, когда вот эти вот бутончики распустятся. Очень красивая растюшечка, очень мне понравилась. Я нашла очень красивое такое фото в интернете, сколько чипсами, ой, вернее, сколько волокном, оно так, ну, шикарно, просто шикарно сделали фото, и очень многие не могли устоять, чтобы не купить такое красивое растение. Растение компактное, ребят, оно не есть большое. И в последнее время тоже очень часто спрашивают, какие я могу порекомендовать покупать орхидеи, потому как места на подоконниках становится все меньше и меньше. Ну вот такое вот растение вполне может поместиться на любой подоконник, потому что это растение компактненькое и оно небольшое. Вот такие вот у нас уже бутончики. Очень-очень ждем цветения. Я боюсь лишний раз трогать эту растюшечку. Я ее как поставила, так и стараюсь не трогать. Вот буквально для видео я ее взяла, вот так вот покручу, поверчу. Потом хотя бы рассмотрю ее, потому что не хочется мне растюшечку тревожить лишний раз. Пусть себе стоит, пусть растет и пусть открывает свои бутончики. Обязательно покажу вам, как она зацветет. Вот такая вот кроха. Очень классная растюшечка. Ну, спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.